Mini Chasta спрашивает Алания или Мерсин. Друзья, это два разные вещи, два разные город. Сейчас мы в Алании находимся. Вчера были в Мерсине, буквально 3-4 часа ехать из Мерсина до Алании. Дорогу уже почти заканчивается, там ремонт идет. Но сейчас большинство места уже хорошо длинные, широкие дороги, друзья, действительно красивые. Дорогу будет потом. Сейчас какое-то место серпантина, но вообще хорошую дорогу. Так что если кто-то собирается из Алании поехать, просто посмотреть город Мерсин, для консультации можете к нам в офис перейти, мы вас направим, расскажем более подробную информацию в нашем офисе в Махмутларе либо Клеопатра. У нас три офиса есть, два офиса в Алании, один офис в Мерсине, друзья, пока три офиса. Посмотрим четыре офиса, четвертый офис, где будет. Так что, друзья, я не у себя дома сейчас. Мне сообщили, есть такой одна квартира, красивая, удобная планировка, 2+1, но отдельно кухня и везде мрамор и с мебелью, с бытовой техникой продаются, и очень доступная цена для такой места расположения, для такая большая площадь, друзья, 130 квадратный метр на втором этаже. В 2013 году построен дом и 125 турецких лир айдат. И есть еще крытая парковка, друзья. Есть гараж, есть бассейн, так далее. Место расположения хорошо. Это третья линия, друзья. Так что напротив есть продукты, магазин. Я вам все это покажу сейчас просто. Так что очень хорошее место расположения. Так что цена тоже очень доступная до конца видео. Если кто смотрит, я вам озвучу обязательно цена, потому что цена очень привлекательна для такая места расположения. Друзья, место расположения очень хорошо в самом деле. Давайте теперь посмотрим. Итак, друзья, сегодня воскресенье. Просто меня срочно вызвали и снимать эту квартиру. Я после завтрака сразу побежал сюда. Так что даже не переодевался. Как есть, так. У нас большой видеоролик. Все без монтажа, без краски. Короче, теперь мы с вами возле выхода. Вот это выход. И здесь напротив есть вот такой шкаф. Большой, хороший шкаф. Вообще, по поводу мебели проблемы нет. Вы можете менять свою мебель. Это 2+1 есть еще отдельно кухня, друзья, я вам все покажу. Давайте отсюда начнем. Вот здесь аппарат, можешь, сен шурдан геч. Вот так, и здесь родительская комната, и есть еще сауна, родительская сауна. Вот здесь большой, огромный сауна. Так что цена очень хорошая для такой места расположения, для такой ремонт, для такая квартира, друзья. Так что два балкон, это уже спальная комната, родительская комната, друзья. Так что я вам говорил, если вам мебель не понравится, это без проблем, можно менять, и кондиционер тоже есть. В принципе, мебель очень хорошо для такой, можно здесь уже 2-3 года еще можно использовать. Так что еще с вами пройдем, посмотрим. Детская комната, вот детская комната тоже здесь. И здесь тоже еще один балкон есть, главный балкон, где мы с вами начали. Вот здесь такой большой, огромный кровать и шкаф. Друзья, еще один там балкон, через балкон тоже вид на гору. Так что мрамор везде, мрамор, если вы, şu табанлары да gösterelim, мерморлер. И везде мрамор.
Мрамор – это по-троецки мермер. Еще очень важно, что есть вот такой кусочек кладовка. Кладовка, да, по-русски. Вот это кладовка, друзья. Так, 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 заходим, 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 посмотрим. Вот это кладовка, друзья. Так что достаточно большой. Если у вас дополнительные какие-то вещи есть, вы можете сюда поставить, потому что как-то кухня, как-то зале, вот такие вещи неудобно, я вас очень хорошо понимаю. Так что отдельно кухня, вот здесь отдельно кухня, заходим туда, вот такой длинный, большой, отдельно кухня, geriye doğru gidelim, вот так. Большой, огромный кухня, друзья, здесь еще холодильник. И есть еще стиральная машина, есть еще посудомоечная машина, друзья, достаточно большой, и есть еще духовка. Так что вот эти вещи, все, как видите, она так продается. Можно перед зеркалом мрамор. Вот это все мрамор. Вы тоже, вот это мрамор абсолютно нормально. Русские мне говорили, что мрамор обычно богатые люди используют. Почему? В Турции тоже любой человек может использовать, потому что в Турции это недорого. Здесь тоже еще один выход есть для главный балкон. Бу капида гостерелим. Вот отсюда можно выйти еще. Давайте через зал выходим. Балкон. Зал огромный, большой, 130 квадратный метр. На втором этаже, друзья, расположение смотрится север и запад. Север и запад в сторону гору. Это третья линия до моря 500 метр недалеко. Так что тихо, спокойно место. Напротив банан есть. Вот огромный большой зал. Вот в таком виде она продается. Как видите, она так продается, друзья. En köşeye geçelim. En köşe şu köşeye. Şu açı görünsün. Вот так. Вот так продается. Как видите, она так продается. 2 плюс 1 отдельно кухня. Есть еще свой гараж. Есть еще бассейн тоже, друзья. Так что на втором этаже район Махмутлар, город Аланья. Друзья, если вы еще не подписаны на наш канал в YouTube, можете подписываться, чтобы каждый день получить интересное, хорошее видеоролик. Так что с вами компания Arbatoms, город Аланья, друзья. Так что теперь можем заходить, выходить или заходить, выходить, да, балкон. Так что и балкон тоже достаточно большой. Açalım, достаточно большой угловой балкон. Если вы захотите, это балкон можете засеклить. Засеклить. Так что вот такой балкон, друзья. Вот. Длинный, широкий балкон. Вот я вам говорю, там напротив продуктовый магазин, кусочек вид на гору. И рядом есть еще здесь очень важно, что отсюда недалеко каждый вторник базар аланские овощи, фрукты продаются, друзья, вот здесь отсюда недалеко. Так что в воскресенье люди ходят, отдыхают, наслаждаются. Ну, компания Arbatoms, как вы всегда, сегодня тоже с вами. Так что 125 лир, турецкий лир, айдат 125 лир. И цена, конечно, 125 лир, айдат и 130 квадратный метр. И на втором этаже район Махмутлар, друзья. Так что теперь цена. Цена. Какая цена была? Фиаты не кадарды? 77 бин евро, евро, друзья. 77 тысяча евро. 77 тысяча евро. Если вы хотите именно такой планировка для себя, либо для сдачи аренда, так что можете к нам обращаться в свое воскресенье. Я думаю, что вот такие варианты быстро уйдут. Завтра, послезавтра не останется. Так что для более подробной информации под видео есть мои контакты. Пишите, звоните. С вами был Асым, ваш человек в Турции из Алании, из Турции. Всем большой привет, друзья. Между прочим, сегодня у нас очень отличная погода. Тепло, ноябрь месяц, я недавно в море был, и там люди купаются, отдыхают, загорают, друзья. Так что вы тоже готовы своей жизни хорошую сторону менять. Так-то приезжайте только страна Турции, друзья. Всем пока.
Paka paka.